вообще посмотрите. Да, да, мы то, тоже... Кто еще на этих же местах? Поэтому сначала бурные аплодисменты. Еще хлопайте быстрее, а то они не начнут. Еще. Вот прекрасно. Бойцы готовы? Бойцы готовы, да? Музыку! Все прекрасно, все было это прекрасно, аплодисменты, вот такая легкая разминочка, аплодисменты бойца. Вот, сейчас, я думаю, они перестроятся и снова попробуют стенку на стенку, а также снимут тех, кто упал. Вот, шоколадный выпуск. Раз. Сейчас бойцы немножко перегруппируются, чтобы были более-менее равные составы. И... Да, они будут драться. Раз. Да. Раз. Меня то слышно, то нет. Так, ну что? Бойцы готовы? Аплодисменты снова, ребята, бурные аплодисменты. Люди дерутся на настоящем железном оружии. Именно по-настоящему больно. Бойцы готовы? Бой! Аплодисменты нам. Я думаю, что это было быстрее, энергичнее, повеселее. Сейчас павшие снова встанут. А то они не начнут. Все.
остался только один. Вот он, победитель. Наконец-то третья стенка бойцов одолела. Левая стенка бойцов одолела правую. Большое спасибо ребятам, аплодисменты. Раз, раз. Меня слышно? Наверное, уже слышно. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Начинается поединок. Бой! Потеря оружия, за это надо отомстить. Вот так, кажется, быстро все закончилось, но все было очень замечательно. Аплодисменты бойцам. Большое спасибо ребятам из клуба «Скиф» и клуба «Витальские братья».